Всем привет! С вами Жор Круглый. Сегодня приготовим сухофрукты в шоколадной глазури. Для этой цели мы взяли немножко чернослива, кураги, изюма и фундук. Также нам понадобится плитка шоколада, желательно с высоким содержанием какао. Сухофрукты предварительно нужно вымыть и обсушить. Далее нужно растопить шоколад. Высыпаем шоколад в какую-нибудь посуду и ставим его на водяную баню. Теперь, помешивая, растапливаем шоколад. Выключаем газ и дотапливаем уже на остатках тепла. Очень важно, чтобы не перегреть шоколад, иначе он превратится в густую кашу. Вот он уже практически растопился. Убираем с плиты вместе с водяной баней. Теперь каждый сухофрукт и орешек кидаем в шоколад, обволакиваем его и вытаскиваем. Теперь это лакомство ставим в холодильник. Вот такое вкусное лакомство у нас получилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Приятного всем аппетита!